Огромные клубы дыма были видны даже в центре города. Рынок расположен на пересечении улиц Донской и Гагарина. Там всегда очень много товара, как продуктов, так и продовольствия. Но больше рынок знают как сельскохозяйственный. Покупатели приезжают даже из других районов, потому что по качеству и цене он напоминает ярмарку. На данный момент горение ликвидировано. Производим разборку проливки. В 10 горящих павильонах находились витринные холодильники, в основном продукты питания. Владельцы хватаются за головы, женщины просто плачут. Убытки, конечно, не маленькие. К счастью, внутри павильонов никого не было и никто не пострадал. Возгорание произошло в середине вот этого торгового ряда. Люди сами пытались справиться с огнем, но когда поняли, что он распространяется очень быстро и может загореться весь рынок, тогда уже позвонили в пожарную службу. И вот этот весь ряд, вот он и весь сразу моментально загорелся. Вот то, что мы видели. Конечно, мы все испугались, мы тут работаем. Если бы быстро не приехала пожарная служба, то могли бы, пострадал бы весь рынок. Так что вот так вот, что мы видели. С огнем справились в течение получаса. Несколько павильонов сгорело дотла. Были высланы силы и средства, 2 пожарных расчета и 2 мотоцикла быстрого реагирования. По прибытию к месту обнаружили, что горит ряд торговых павильонов. Попросили дополнительные силы и средства ребята с Хосинского центрального района. Прибыло еще 2 пожарных расчета. Горело 10 павильонов, 6 пострадало. Каждый павильон был 3 на 5. Причина устанавливается, и ущерб тоже устанавливается. Владельцы торговых точек говорят, сегодня же расчистим, и следа от пожара не останется. Уже заказали несколько машин для вывоза всего сгоревшего. Елена Овсецна, Алексей Давыдов, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.